По поручению президента Республики Беларусь, Министерством внутренних дел совместно с Верховным судом, Генеральной прокуратурой и другими заинтересованными ведомствами разработан проект закона об амнистии в связи с 75-летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Главой государства разработанный проект закона одобрен и внесен на рассмотрение в парламент. В ближайшее время проект закона будет рассмотрен депутатами. Традиционно предлагается освободить лиц, которые относятся к так называемой льготной категории осужденных, которые совершили нетяжкие преступления. Это несовершеннолетние. Женщины и мужчины, имеющие детей в возрасте до 18 лет, беременные женщины, пенсионеры, инвалиды первой-второй группы, больные онкологическими заболеваниями. Отдельной категории осужденных проектом закона предусмотрено сокращение срока на 1 год, а несовершеннолетним – на 2 года. Амнистия будет применяться только к лицам, которые положительно характеризуются и полностью возместили ущерб, причиненный преступлением. Предлагается не распространять амнистию на лиц, которые ранее воспользовались амнистией и вновь совершили преступление, на лиц, которые злостно нарушают установленный порядок отбывания наказания, на особо опасных рецидивистов, на лиц, которые совершили определенные категории преступлений, такие как преступления против жизни и здоровья человека, преступления против половой неприкосновенности, преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, совершенной организованной группой, коррупционные преступления. Принятие закона об амнистии и его реализация не повлечет за собой ухудшение криминогенной обстановки.